2 глава, 9 стих. Я вчера говорил, что не по порядку беру. Решил посмотреть, какие места указаны в календаре 30-летней давности. Почему именно эти места, я так и не мог понять. Но решил на них дать рассмотрение. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Речь идет об Иисусе Христе. Если он есть Бог, надо ему утвердить, чтобы в народе было понятие, что он Бог. Это труднее всего, оказывается, дается. В первом послании к Коринфянам 15:24-27 написано: «А затем конец, когда он предаст старство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, и сам Сын покорится Отцу». Это от вечности уже назначено. И будет конец. Иногда задают вопрос: а вот если бы все люди покаялись, а вот если бы все люди примирились со Христом, то неужели бы ничего не изменилось в мировой истории? Что Бог придет в пламенеющем огне, сгорит земля, потечет река. Но если даже сейчас было бы так, как говорим, но предыдущее уже нам не изменить. Будет так, как написано. Мирно, как первый раз пришел Господь, когда ангелы воспели мир на земле, этого не будет. Господь придет подвести под всем черту общую. От первого Адама до последнего. И придет в пламенеющем огне. А дальше проверить вообще никак нельзя. Это откровение, данное апостолу Павлу. Что предаст все, что у него есть, Отцу. 1 Петра 2:22. Который воссел, вошел на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы, и власти, и силы. Слова «власти и силы» с большой буквы. Это какие-то особые небесные творения, которых никто не изображает как ангелов. Мы не знаем, кто они такие. Но и тогда вся эта власть будет предана Господу Иисусу Христу. Сегодня ему еще не все покорено. Благодаря тому, что Бог сотворил человека по образу своему, Бог дает свободу. Это самое непонятное и, кажется, ненужное. Свободно отдал на свою свободу. Не хочу делать, что я хочу, лишь бы только быть спасенным. А Бог наградил свободой. Что хочешь, можешь делать. Деяния апостолов 2:32-33. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он был вознесен десницею Божию, принял от Отца обетование Святого Духа и излил то, что вы ныне видите и слышите». Крепко утвердитесь, веря в Иисуса Христа. Он истинный Бог, Ему Отец Небесный благоволит, в Нем мое благоволение, и Ему отдал все, и хотя и спорит, что Дух Святой не сходит только от Отца, и говорит, и от Отца обетование Святого Духа, но Он говорит, я пошлю. Я всегда уклоняюсь от таких споров и разговоров. В основном это с католиками. Не знаю, Писание говорит так и так. И Сына Божия это нисколько не унижает, что если Дух Святой исходит от Него. Деяние 5:31. «Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Нам авторитет Христа утверждать почти не приходится. Люди вообще не верующие. А в Израиле необходимо было говорить, показывать. Вот у нас есть фильм такой, называется «Искупление». Если кто не видел, придите, мы сегодня можем сделать просмотр. Как обращенный один раввин еврей, чем-то он напоминает апостола Павла, возвращается в Иерусалим, а там война настоящая идет в духовном плане. Семьи разваливаются, одни за Христа, другие против. И он начинает говорить, и родные братья, один принимает, другой нет. И как надо доказывать величие Христа в исполнении пророчеств? Обыкновенный хлеб лепешку ломает, подгорел, он говорит, это рана Христа. И все показывает конкретно на деле, как это исполнилось, как уметь показать величие Иисуса Христа.
Если выразить желание, вы сегодня увидите, это просто удивительно. Специальный фильм поставлен для евреев. Ничего там нет, это не какой-то боевик. А именно на основании Писания. Цитирует один брат, другой цитирует, продолжает. Как маленьких детей учат. Я вам говорил, как учат мусульмане. А здесь показано, как евреи учат. Маленькие, совсем ребятишки. И они задают вопросы. Конечно, все это учат старшие их. Но все направлено к тому, чтобы сохранить веру в Бога и Иегову. Чтобы твердо-твердо стоять на позиции «нет другого Бога». Что мы избранный народ. Мы, христиане, тоже избранные. И в детей это вмонтируйте буквально. Вы избранники, дети Божии. Вы царственное священство. Берегите себя. С нас спрос будет другой. Одно дело, если дали тебе старую одежду, и ты ее запачкал, где-то лишнее пятно. Другое дело праздничное, подвенечное, и ты ее испачкал, на брачный пир пришел. Мы омыты его кровью. Нам особая цена. И мы должны это помнить. Даниил 2:44. И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Мы знаем, что евреи придут к мировому владычеству. Они уже практически все захватили, евреи, везде. Но царство иное будет. Перед которым все царства – ничто. Это царство Иисуса Христа. Одно из мест говорит то, что и от горы высокой оторван был камень, который ударил в истукана. Камень – это, конечно, Христос, который отвергли строители. А от горы оторван и от Богородицы. Тут пророчество сокрытое, но вполне может подходить. Камень от чего-то оторван, от горы. Послание к Колоссянам 1:18 читаем. И Он, Иисус, есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы ему иметь во всем первенство. Видимо, так это связано, что если сегодня успение Божьей Матери, а он и от нее родился, ну и от величия царя познается величие матери. Видимо, перенос такой делается. А дальше уже Царица Небесная, чуть не богиня называют. Никаких таких эпитетов в Библии нету. Богородицу никто царицей из пророков не называл. А мы называем, потому что святые отцы нам повелели, мы принимаем. Но для себя будем знать. Если какой-нибудь сектант скажет, а с чего вы взяли то, что царицей называете небесной? Да ничего нам сказали. Доказать нельзя, этого нет упоминания. Слово богиня в отрицательном только смысле может быть сказано. Претензий на то, чего нет. А то сегодня пишут псалтырь Богородицы. Она там давно написана. Все, что говорится живые помощи о Боге, все это Божьей Матери. То есть меры преступления нет конца. Человек, который хотя бы в одном месте перешагнул закон Божий, он не останавливается. Дальше его легко уже тащить. Ограда передена. Ну, а за ограду вышел, ну и все. Овечка вот она за оградой. Так и надеется, что она не уйдет. Она уйдет рано или поздно. Потому что это скотина. Так и человек. Держи его в церковной ограде. В законе Божьем. Послание к Ефесянам 1:20-23. Которую он ходатайствовал, воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах. Все места Писания говорится о том, что одесную как равен. Хотя у людей одесную означает более приближенный, но в божественном плане означает равен. Превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в 7 веке, но и в будущем. Слыша это об обыкновенном человеке, как понимали евреи, они люто ненавидели Павла. Обычно нанимают киллера один, подходит убить. Здесь сколько, говорит, заклялись не пить и не есть, 40 человек. Такие клятвы смертельные. Как они его ненавидели? Сегодня евреи ненавидят Павла точно так же, как и тот первый день, когда он обратился. Апостола Павла ненавидят многие сектанты за то, что во многих местах он говорит, без церкви нет спасения, вне церкви нет спасения.
Он об этом везде говорит. Послание евреям 1.4. Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее перед ними наследовал Иисус. Эгоисты говорят, что он как ангел, или под видом Михаила пришел. Все это выдумки. Вторгаясь в то, чего не видел. Иисус Христос, рожденный Девой Марией, это второе лицо Святой Троицы. Он равен Богу Отцу. Это недоказуемое, в это верь. В этом наше православие. Если в это ты не веришь, ты уже еретик. Все остальное убери, иконы, убери алтарь, ничего не изменится. Это внутренняя вера, данная Богом. Он посылает его на землю под знаком Бога. Он не посчитал похищением равным Богу. Исаия 9.7. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. И везде говорится, что он вечен, до века, бесконечен, и все, что есть видимое и невидимое, все Христово. А как Христово? И мусульмане Христово? Мусульмане Христово. Кому-то Бог открывает. Кто бы ни был, где бы что ни было, все Христово, все через него начало быть. И без него ничто не начало быть, что начало быть. Почему именем Христовым наша речь должна быть вся пропитана. Что бы ни делалось, все во имя Христа. Ребенок пошел куда? Помни, ты христианка. Три поклона сделай, благословись. Во имя Иисуса Христа. Имя Христово да защитит тебя. Именем Господа Бога нашего Иисуса Христа мы защищены. Силу молитвы дает нам Христос. Плененные родственники наши, они не знают Бога. Сила крови Христовой, пролитой за нас, она разрывает, расплавляет те тенеты, цепи, которые сатана наложил. Иоанн 3.35. Отец любит сына и все дал в руку его. Вся Библия об этом говорит. Иоанн 5.22-23. Ибо отец и не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его. Можешь верить в Аллаха, можешь верить в Будду, как угодно, но не чтишь сына, нет у тебя и Творца Вселенной, как бы ты его ни называл. Нет другого имени под небом данного человека. Чаще повторяйте имя Христово в благодарности. Господи, ты мне дал веру святую. Цените это. Хвалитесь именем Господним. Что бы у тебя ни было, с кем встретился, похвались. А я знаю Господа Иисуса Христа, я верю в Него, Он мне открылся. Это истинный Бог сходил на землю. И Он скоро придет. Всем бедам придет скоро конец. Это так все быстро кончится. И как внезапно все разгладится. Все будет по-другому. Матфея 28:18. И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Это последние его слова. Поэтому соглашайся, что Иисус Христос просто Сын Божий, как он говорит, или Сын Человеческий, мы соглашаемся, но добавляем, и одновременно Он и есть Бог, равный Отцу. Псалом 2:6-12. Служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Это пророчество. Конечно, Давид понимал рождение от Него, от Его чресел, там, в каком-то поколении. Давид тоже не знал, и пророки, говоря все это, они не знали. Почему Иоанн говорит, не могу развязать ремень обуви? Они не знали, что дальше будет. Пророчества были очень ограничены. Один Исаия видел только его унижение, страдания, раны, язвы. Но что он Бог, и он это сказал, и Бог открыл ему. Нигде больше об этом не повторяется. Как Петр, ты Христос, Сын Бога Всевышнего. А через какое-то мгновение уже отрекается, не знает. Это Бог открыл, язык пошевелился твой, звук издал, а дальше опять ничего нет. Этим надо жить и подновлять все время. Встал, первым делом перекрестись. Я христианин, благодарю тебя, Господи. Господь мой и Бог мой, ложись спать, слава тебе, Господи Боже мой. Ты, Христе, хранил меня этот день, слава тебе. И смертный час, чтобы рука
смогла перекреститься и сказать: «Благодарю Тебя, мой Господь! Христос, Ты хранил меня! Тебе все дано! И небо! Прими меня в число искупленных чад Твоих!» Псалом 44:7. «Престол Твой, Боже, вовек! Жезл правоты, жезл царства Твоего!» Откровение 19:16. «На одежде, на бедре его написано: Царь царей и Господь господствующих!» Чтобы мы знали, что над всеми царями есть великий вечный царь, наш Бог Господь. Много победителей побеждают часто христиан. И в последнее время будет царь над всей землей Антихрист, и дана ему великая власть, и будет вести войну против святых и победит их. Мы возвещаем об этом, что нас ждет, христиан, великое поражение, но только телесное. Но к этому добавим, после всех победителей победит Христос. Послание к Римлянам 14:9. «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». Почему люди терпят столько несчастья? Такие катастрофы постигают. Все это от неверия. Когда человек принимает с благодарностью, что Бог дает, это от Христа. У Бога от вечности это назначено. Он все высчитал, мои силы взвесил. Это нам кажется всегда трудно. Будем помнить, что мы в руке Господней. Как еврейское выражение есть, завязаны в узел у Него. Они же вам не выпустить нельзя ничего. Из руки моей никто не похитит. Господь, Бог, открывшийся нам, Он говорит: «Я дал тебе жизнь, дыхание, рождение, сохраняю тебя». Как будто какие-то где-то весы. И на одних, на одной стороне лежит наше умение, опыт, терпение, а на другой страдания, скорби, печали, недоразумения, гонения. И никогда скорби, печали не перетянут, что там есть. Там с нами Христос. С моей силой Господь, Он моя сила. С моим терпением, Он мое терпение, там Господь. Никакие болезни не перетянут. Человек лежит больной, рак накладывает на себя руки. Автаназия. Официально в некоторых государствах уже принято разрешение, чтобы врач, приезжавший к больному и поставивший диагноз консильному врачу, что болезнь неисцелимая, неисцельная, по просьбе больного делает ему укол, и он умирает. То есть убийство в халатах, это официально уже разрешено. Но если по-человечески рассудить, души нет, ну а вот зачем мучиться, когда исцеления никогда не будет. Или больной человек, больной, а ничего, голова уже не соображает, растительный образ жизни, что делать? Ничего не делать. Ждать, когда свеча погаснет. Как у нас в уставе, она догорела, погасла, еще дым прошел, и на этом все. Мы в руке Господа Бога нашего Иисуса Христа. Великая милость Его сегодня через этот день, Успение Матери Его, напоминает, что Он есть Бог. Потому что оправдания имени Богородица в Писании нет. Но святые отцы так назначили, и мы православные будем говорить, чтобы подтвердить, что Он есть Бог. Да доведет Он нас до желаемой пристани, до царствия своего. Аминь.